Ой, Денис, не выдумывай, они же мультяшные герои. Ого, это же Шу и Волк. Не верю своим глазам. Подпишитесь на канал Тим Видиш. Тима, я пришел. Привет, Денис. Давай пятерик. Пошли, я тебе что-то классное покажу. У меня есть новая крутая арена. Теперь можно устраивать турниры дома. Круто! А ты уже кого-то сражал? Да, я уже сражал коллекционного Вальдрека и обычного. Кстати, обычный победил. Смотри, вот этого. Так что ж ты сражаешь Вальдреков? Надо его с кем-то серьезным сразить. Выбирай, кого берем к бою. Лучший друг Валла Шукуринай. Возьмем Спрайзен Реквиун. О, давай, тем более Вальдрек золотой, а Спрайзен серебряный. Золотой против серебряных. Круто придумал. И Спрайзен Реквиум самый универсальный Бейблейд. У него наконечник не один, а целых три. Вот такой наконечник – атака. Это у нас защита. А это у нас выносливость. А энергетический диск, он может переключаться в правую сторону и в левую. А как же менять режимы? А это я тебе сейчас покажу. Берем запускалку. Вот видишь такую штучку? Надо ее вот так вот сделать, а потом прокрутить. Все, прокрутили. И все, левый режим. Смотри, здесь даже есть QR-код для виртуальной игры. Ну что, сразим? Да, я тебя по-любому выиграю. Раунд первый. 3, 2, 1. И давай, Вальдрек, выиграй. Давай, не сдавайся. Ничья. Ого, 2-2. Раунд второй. 3, 2, 1. Вперед. Давай, Спрайз. Давай, Вальдрек, выиграй. Знаешь, что ты стала клёвой на обычный шлифт. Ничья. 2 раза по ничье. 4-4. Еще один раунд. Ты же золотой, а он серебряный вообще, малявка. Завтра малявка мой выиграет. А, смотри. Победа! А вот интересно, если бы Шукуринай встретился с Волком в реальности, какой бы исход битвы был? Ой, Денис, не выдумывай, они же мультяшные герои, а мы настоящие. Мальчики, у меня для вас хорошая новость. Мама сказала, что мы едем на турнир. Ура! Ого, это же Шу и Волк. Не верю своим глазам. На арену Квакеровой приглашается номер 17 и номер 33. 17 и номер 33. Тогда номер 10 и номер 24. Номер 24.
1-0. Второй раз. Спускатели на старт. 3-2-1. Вперед! Сокрушительная победа! Приглашается номер 15 и номер 32. 3-2-1. Хоть мы и не победили, мы не расстраиваемся. Это просто игра. Потому что мы увидели Волт и Шо в реальности и получили кучу удовольствия. Да, это был очень крутой турнир. Подпишитесь на канал Team Vintage. Подпишитесь на канал Team Vintage.